Друзья, еще раз всем привет. Вот мы приготовили, в общем, все необходимое для ухи. Вот отец у нас, именинник стоит. Уха у нас сегодня будет из сажана. Разной рыбы. Да, из разной рыбы будет сборная, в общем, уха. Все есть. Да, вот здесь не хватает судака, кстати. Судака вот не было сегодня. Вот то, что поймали, вот свежая тоже рыба. Здесь у нас лещ, линь. Сейчас все будет класть. Да, сейчас будет класть. Вода будет показывать. Это у нас карась. Это карась. Это у нас линь. Это у нас окунь. Лещ. Вот сазан, его башка. Сом. И у нас все, да, получается? Не хватает только судака. Ну и все, в принципе. Красноперку туда не кладут. Сейчас сварим вот эту уху сдобную. У нас тут картошка приготовлена, лук. Все готово, в общем. Сейчас на таком большом казане будем варить уху. Будет все вкусно. Да, суп просто... Сам суп получится просто бесподобным. Картошка понеслась. Картошку поместите. Закинем. Он будет свариться. Все. Все, друзья, вот такой у нас казан полный. Сейчас мы костер разожжем. Вот папа сейчас разожжет костер и дам ему спички. Вот. Ну-ка, разожги их спички. Сейчас мы костер разожжем. Соседи подошли. Да, пришли соседи. Снимает. Вот. Да. Спасибо. По-русски говорили, чтобы люди понимали. Да, здесь поздравляют, может быть, казахи поздравляют на казахском языке. Это ничего, не обращайте внимания. Это традиции наши. Всего самого наилучшего. Да, Сау, приходи на ужин. Да, уха, уха. Коса, кантайма. Сау. Брюс. Костер вот такой у нас. Все, процесс пошел. Да, процесс пошел.
Друзья, на средней стадии мы приготовление ухи. Вот так у нас выглядит процесс. Уже положили картошку, лук. Рыба уже сама сварилась. Сидим и так болтаем. О рыбалке. Туда-сюда, выходные, не выходные. И скоро уже выдираться будем. Запрет. Как-то вот осталось так. Осталось 20 дней. Осталось немножко, да, совсем. Вот, обещаю, то пришло, мне пришло сообщение, то, что с 3 мая там и по остальные дни там 30 градусов жара. Вот это вот погода саминная. Да, сон жару любит. Че плохо, вода уходит. Да, ребята тоже с Волгограда пишут, то, что вода уходит. То, что наверху вообще воды нету. Воду не держат, короче. Обещали воду держать. Уже все, вода уже уходит. Вся рыба еще до сих пор икряная, краснопёрка, лещ, сазан. Щука, все. Все, даже сом, ну вся рыба икряная. Да. Вот, что поделать, как будет популяция России, когда вот так делают? Как минимум должны до конца мая держать ее. 20 дней, короче, держать, 22 дня, по идее. По закону. Почти месяц. Раньше в Союзе вот так держали. Когда детьми были, ходили на спасение молота, малька спасали. Вот. Сейчас никто ничего этим не занимается, всем все равно. Рыба никому ничего не нужна, им нефть нужна сюда, а рыбы не думают. Да, даже все вот эти ерека, куда мы на видео его увидели, все вот эти банчинки, их косили после Путина. Вот Путин заканчивается, сюда приезжала другая бригада и косили они специально. За это платили деньги, они косили. Потом вот такие частины, где мы работаем. Их барановали, то есть вот рыбаки сами, организация, вот наша организация, как раньше, в те времена, барновали, то есть, чтобы мусора не было, всю траву, короче, счищали, чтобы частина была чистая, и чтобы рыба там спокойно водилась. И чтобы потом, когда рыбаки приедут осенью, спокойно работалось без никакого мусора. Сейчас всего этого нет. Сам канал никто не копает. Взять Казахстан, Казахстан каждый год копает. Каждый год, и туда рыба идет, стремится всегда. А в наши... банки вот копают только судоходный, там главный банк, и там постоянно есть судак. Там как-то вот так у нас, друзья, дела обстоят. Россия одним словом. Россию умом не понять, надо ему верить. Именинник нам готовит вкуснейшую уху. Вкуснейшую уху из топора. 50 сортов рыбы положил. Вот день рождения 50 лет. Еле-еле вот казан, да, уместился. Казан уместили кое-как. Вся рыба там всякая. Говорят, когда с разной рыбы делаешь уху, потом когда кушаешь, начинаешь смеяться. Это значит, радуется желудок, да? Да. Дрова. Так. Алискер, давай рассказывай что-нибудь. Это вам надо историю рассказывать? Нам? Да, я что, молодой? Так, что? Это тоже кидай. Давай. Давай, рассказывай.
Давай, рассказывай, какие раньше были. Линь какой был размер? Покажи руками. Линь. Сейчас вот такой линь. Вот. Вот такой линь. Да, вот такой размер. А раньше они вот такие были. Вот. Мясистые, мощные. Один вот такой линь, вот этот. Можешь даже секретик почистить, трясет, кол может выдернуть даже. Вот сколько мощи было. А сейчас что, вот такие мальки вот. До чего дошло, даже мерим рыбу, чтобы она росла. Вот. Мерим так, 14, 24, ага, не пойдет. А сама? Какого большого видел? Сом мы вот с братом поймали на 115 килограмм одного сома. Сколько лет уже рыбачу? Вот 20 лет уже рыбачу. На 115 килограмм самый большой сом. Раньше вот такое время. А так 70-40 килограмм это каждый день там ловили. Раньше в такое время уже сом подходил уже, сама возили тонну 200. Да. Вот. А там сама много было. 300-400 килограмм только балычный. Да, сама много было. А цены не было вообще. Цены не было. Копейки. Там? 6 рублей. 6 что? Рублей. Что это такое? Да. И сом был весь такой крупный был раньше. Сейчас сом есть, но он мелкий. Много выкидываешь. Поэтому говорят, учись. Надо учиться. Вот Алискер взять. Отучился. Красный диплом. Красный диплом. Программист. Рыбачит. А работы нету. Рыбачит. Работа есть, но там заработок там 15-20 тысяч. Да, не оплачивают 15-20, а что тут 15-20 тысяч? На расходы, на еду там, туда-сюда и все. Квартиру надо снимать. Да, квартиры нет, считай, в городе. Надо в городе квартиру снимать, продукты туда-сюда и все. Да. И этих денег даже не хватает. Одеваться надо, гулять охота. Да. Танцы-манцы. Да. Парень молодой. Кстати, парень молодой, может, этот, друзья, подписчики, у кого-то есть русалочка там. Давайте мне это. Подкините мне варианты всяких. Я не женатый, кстати, холостой вообще, ни разу не женился. Если есть там. Он ищет. Да. Одну единственную хорошую девушку. Да. Думал, сюда приеду, найду. А здесь никого нет, одни тюлени. Мы тюлень, кстати, ловили. Маленького. Маленького, да. Да, это не в этом году, до этого ловили, он прям попадал в секрет. Живой полностью абсолютно. Отпустили да, его. Что с него возьмешь? Весной приходит за лещом, он за лещом гоняется, он приходит. Даже в банк залазить сюда, на канал. Да, там у нас деревья, кстати, есть коржа. И бывают такие моменты, когда вот он лежит там, отдыхает, сохнет. Да? Как в фильмах показывают, то же самое здесь. Хороший парень. Найдите хорошую девчонку ему. Да. Пропадает. Пропадает парень. Не зря он бороду пустил. У нас бороды нет. Не пьет, не курит. Машина есть. Все есть, короче, все, что надо. Все, мы тебя женили уже. Да, все уже. Сто пудов уверен, что подписчики найдут мне ту самую. Ну как, картошка? Сейчас попробуем. Картошка уже почти готова, но она разломилась. Значит, должна быть готовой. Да. Готов? Угу. Все, значит, уха готова. Можно добавить сюда приправы всяких, перец, помидоры. Лаврушку, да. Помидоры. Что еще у нас здесь есть? По соли попробовать. Может, соль надо добавить? Дай мне соль попробую. Соль попробую.
соль, мне кажется, добавить надо. Да. Добавить надо. Вот, сейчас посолим, поперчим, все добавим. И за стол. Соль надо. Надо добавить, да. Да. И картошку прям самую то. Где-то примерно вот так вот надо добавить. Да, ее так надо. Это курик. Давай. Дай сюда. Сделаем барбулятор. Приходите к нам на Уху. Да, приезжайте в гости. На Уху. На Уху, да. Так, помидоры надо, да, добавить? Что еще надо? А повиски принеси, а? Сейчас принесу я. И помидоры, и зелень. Укроп. Балдеем. Отработали? Отработали, да. Рыбу все. Сдали. Что еще рыбу делать? Рыбу сдали. И отдыхаем. Да. Всем терпения, сейчас коронавирус. Этот коронавирус, чего уже сказали, да. До 19 ушел. Карантин на земле. Потом уже будет. Приедем домой, не знаю, что будет тоже. Если карантин будет, дом будем сидеть, наверное, будет, это трудно будет. Может, снимут карантин. Пересядь сюда. Людям жить тоже надо, работать надо, зарабатывать надо. Уха прям с дымком получается вкусный. Вкусная уха. Сейчас приправы добавим и будет все нормально. В конце я вам покажу, чтобы уха вкусная была, в конце что надо сделать. Что, много готово, наверное? Да, сейчас добавим и все останется. Друзья, вот я принес сюда, будем добавлять помидоры, лавровый лист, красный и черный перец. Сейчас будем добавлять сюда. Бросаем лаврушку, помидоры. Высыпаем. Да. Ну, держи, пожалуйста, сверху. Помидорчики. Зелень сейчас сверху. Зелень. Больше. Надо водой. Перец красный. Побольше. Сыпь. Все взял хорош. Угу. Побольше посыпь. Угу. Хорош, хорош. Зелень и черный перец. Молотый. Во, хорош, хорош, хорош. Давай, камера. Друзья, вот такая красота у нас тут. Костер. Сейчас будем так делать.
Друзья, запасайтесь терпением. И вы тоже поедете на рыбалочку. Приготовить себе ухи под стакан водочки. И все это пройдет. И коронавирус, все болезни все пройдут. Надеемся, что все обойдет стороной. И у каждого все будет хорошо. Сейчас постоит еще чуть-чуть. Да, можешь крышку накрыть, чтобы потомился. Да? Да. Берем в сторону. И нож, и перец. Давай я возьму. И крышку сейчас накрою. Эту красоту. И да, все. Вот так немножко. Все. Сейчас потомится немного и. Огонь можно убрать. Да, будем раскладывать. Все. Берем его, друзья, сейчас будем вот сюда все раскладывать. Вот этот поднос. Так, у нас здесь очень горячая крышка. Ай-яй-яй. Так. Сейчас будем раскладывать потихоньку. Картошку вниз. Вот. Так. Так, неудобно себе положу. Давайте мы переложим. Вот сюда. Да, вот так. Потихоньку. Картошечку. Картошечку, да. По бокам. Всю картошечку вот так сейчас мы ложим ее аккуратненько в сторону. Сейчас отец дойдет. Картошку найти, картошку в сторону. Так, теперь давай рыбу, да? Она, по-моему, развалилась. Ну да, нормально. Потихоньку? Потихоньку взяли. Да, по одному, да. О, свой, о. Так, берем, поднимаем. Стас, прям ставь так. Так, сейчас мы пойдем сюда, в центр. Берем лавровый лист сюда сразу. Это у нас сом. Так, потихоньку, аккуратно. Прям наваристый, нет, поплот. Прям ставь снег, склади, ага. Папа у нас по-русски разговаривать не умеет. Говорит по-казахски. Сварилось, да. Прям четко. Ха, капитально получилось. Все сварилось. Все как надо. Так, да. Аккуратно берем. Держи-ка. Ага. Вот такая у нас тема, друзья. Просто аппетитно. Это мы оставим, сейчас накроем крышкой. Да, это. Потом на супец, короче. А это сейчас у нас за стол пойдет. Сейчас накрою крышкой. Закрываем крышечкой. Вот такая красота у нас получилась. Это сейчас возьмет руки. И на стол. Да, и на стол. Там у нас все ждут. Уху. Охуительно. Не ругаться только.
Вот. Вот такой у нас стол сегодня. Вот гости, это мои одногодники, коллеги. Самая главная вещь сидеть с столом. Все, друзья, наливаем себе супчика. Просто аппетитного, наваристого. Сейчас мы попробуем еще. Ведорчик плавает, зелень, зеленушка. Так. О боже, просто тема. Себе картошечку положу. Просто божественно. Здесь вот плавает мяско. Тут у нас сазан. Даже один кусочек положу, чтобы было. Еще башка плавает. Все. Вот такую вот всей красоту я наложил, друзья. Вкуснота. Вкусно. Не знаю, после армии ушел. После армии, ну, и после армии ловил, да? Да, после армии ловил, да. Ну, уходил. Да. А то кто, где же, да? Командир головы вообще, Кайрат. Общайте с вами, нет? Кайрат. Куптенги в меню уже. А кем? Рафаэль. А он пад, Рафаэль. Кто это? Калай кем зиктил? Калада вроде этот. Калата, да? И Солонова. Хачирги Солонова, мелочи. Кулацкий, да. Вот кладбище напротив, по-моему, вот это. Где пятый кирпич? Аэродром, да? Аэродром? Рафаэль, беги, Боха. А, Рикмер, то хада вот. Где ее хада вот? Хада, да. Чё, мясо. Давай, чё? Давай. А что на чишку валят? Яс, давай, братан, с днем рождения, с юбилеем. Здоровья тебе, самое главное, семье, сыну, внукам, внучке. Короче, самого всего хорошего. 50 лет, это уже больше полжизни. Прожил полвека. Да. На 50 лет ты не выглядишь. Молодец, потому что ты не куришь. Да? Не, как не, не пьешь. Все нормально. Вот. Не пьешь, он воду пьет. Угу. Вот. Дай Бог тебе здоровья. Да. От, всей, от, от всей души. Все. Ага. Саған болсын. Біздің жастарымызды қу. Недолго ему осталось. Какой недолго? 6 лет. Не, еще 5. 6. От кичи. Иткерендеген дед. Давай его. Давай, давай. Давай, давай. Баласын көзіше. Кел салып, амашылап. Қасқа да қосылай берсін. Қырақта кен, еті қартайтта айтады ба? Несол байлықты. Несол пұса бәрі болады. Сен сізе уже құрдастар это 50 жасқа толдыңдар ма? Конечно, говорю, все. А? Я перевалил уже. А, сен алейкум. Салам. Именинник, туаңы қайыр болсын. Сау бол, сау бол. Здоровье, сам главный. Вот так присаживайся. Да не, я тебе чисто символически поздравить. Не. Соку. Чисто поздравить. Не, я тебя просто поздравить говорю. Все, садись за стол, покушай. Не. Покушай, что? Не, спасибо. А вот ты пеш, когда ты была сумма. Ладно, давай. Верхся? Давай. Ну я не хуй пить. Это офицеры. Да и офицеры. На командира, на журавли. Да. Журавли, да. Барба. Не, эмблема, козлова, поедет. Че, сам главное здоровье? Расскажи, что словишь? А он был, а его сам. Здоровья тебе, детям твоим, твоим близким. Все, что? Там главное здоровье. Твоей семьи и... Салу, салу. Здоровье будет, чувак. Сяғанды жоспыл сұрсал. Бен жасымахин келіп, бұлай отырып,
Ты можешь сказать прощай, четвертое. Привет, шестой. Салу. Давайте, я маму. Айдар, тебе. Друзья, ну что, все, закончили мы трапезничать, отмечать, все пришли, все поздравили. Вот наши именинника. Всем спасибо. Да. Уха была просто обалденная, превосходная. Обалденно, все вкусно. Просто вот в шоке просто от аромата. Смотрите, какой казан был. Хопа, осталось на донышке немного. Так что вот так вот. Сейчас светло, вон солнце. Да, у нас на улице светло. Сейчас мы его все уберемся и пойдем отдыхать на кровать. Еще раз с днем рождения, дед, брат. Да, еще раз с днем рождения, отец. Давай, пять. Да, спасибо. Вот на улице посмотри, еще солнце светит. Этот, На улице, да, у нас вот такой вот закат. Солнышко вот садится. Ну, светло уже. Рыбаки все отдыхают, все уже приехали. На улице уже штиль. Юго-восточный дул сегодня уже перестал дуть. Давай скажи, передай привет подписчикам, скажи пару слов. Подписчикам скажу спасибо. Всем терпение. Ничего еще хочу сказать. Что хотите, звоните, всем подскажу. Всем здоровья и удачи в этой жизни нелегкой. Пока. Ты скажи пару слов теперь. Я хочу сказать, что этот день мне очень масса такого приятного удовольствия, да, я получил то, что уха, день рождения, на раскатах, да, и все так приятно, никто не мешает, почему сидите, почему курите, идите работайте, сам себе хозяин, отдыхаешь, все отработал, все нормально. Но смысл в чем? Этот день просто братана. Да. Его день. 30 апреля. Да. Завтра 1 мая. Май начался, значит, скоро будет сом. Да, еще 3-4 я дня. Очень сом рад. Сом есть уже. Да. Но как очень надо. Рад. Как надо. Жара еще не пошла, жара прям. Как надо. Еще покажем видео. Да. Видео покажем, но сом так приходит, даже мелочи не бывает. А сейчас мелочь мешает. Да, мелочь. Ну, Алиске, мы сейчас ловим так. Мне очень понравилась твоя уха. Молодец. Ну, я хомил, вот отец готовил уже что. Отец готовил? Да. И вот тебе огромный такой плюс. Ну вот, друзья, вот такие у нас, в общем, дела. Все было, день просто зашел на ура. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поздравляйте отца, обязательно ждем вас ниже в комментариях. Все контакты и ссылки на мой профиль в Инстаграме и ВКонтакте, и на WhatsApp будет в описании. Всем пока, друзья, и всем удачи!